Несу. Надо плоскогубцы, мои дорогие. Сейчас ставим стекла в светелочку молитвенную. Христос воскресе. Я на глаз работаю. Понимаешь, сейчас ситуация такая. Вот, смотри, это вот чудеса и чудес. Вот что Господь творит с людьми, которые вообще ничего не умеют делать. Это знаешь, что он делает? Он сам вместо них все делает. Вот и все. Правильно, твои руки. Вот. Вот просто вот смотри, беру и все. Остальное дальше он сам. Опа. Главное только начать. Да, вот просто вот это самое важное, начать. И не бояться начать. Да, то, что у нас постоянно у каждого человека какой-то мандраж. Ой, я это не смогу. Да, конечно, мы не сможем. Ничего, а с Божьей помощью, помолившись, добрый. Отгибаю. А светелочку можешь снять, между прочим, всю саму-то. Светелочку. Келеечку-то. Чудную келеечку вот эту. Господь, которую так чудно управил, а? Как надо. Смотри. Может, и не надо нам ничего. А? Вот оно все. А тут под силиконем. Да сокрушится демон, и прогонится вся противная и злая сила, пущенная от злых человек на раба Божия Силуана, называем свои имена, на реке, после искушения еже дьявола в пустыне быша, великие победы Христа Бога нашего над врагом рода человеческого, и все славные чудеса Его, я же в мире сотворил иси, мертвых оживляя, бесы изгоняя, и в Иерусалим ход Его, яко царя исполняя, осанна сыну Давидову, спятие погребение, терпя, и иже в третий день, воскресению бысть, яко же писано есть, и на небеса восхождение, пение тама многочисленных ангел и архангел, славя восход Его, и же одесную Отца, сидение до второго пришествия Его, судите живых и мертвых, власть дал еси святым учеником Твоим, и апостолам, реки им держите, и держатся, решите и разрешатся». Так и всякому верному по молитве сей, разреши всякое дьявольское чародейство, а наипаче над рабом твоим, Силуаном, заклинаю и прогоняю все духи лукавые и злые ереси и расколов, и очиса злых человек, и чародейство их наговоры, колдовство, глазную порчу, чародеяние и всякое ухищрение дьявольское, да разрешится. Молю тебя много милости, Господи, отведи от раба твоего Силуана, Игом Великого Искупителя Николая, благоверного всея Руси самодержных великомучеников, императрицы Александра, царевича Алексея, великих княжин, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, великого пророка, целителя Григория Нового, ангела земли русской, пророка, целителя, отрока Вячеслава, пролитой крови святой, их ради всякого действия дьявольского на Святой Руси творимое, да разрешится, а наипаче на рабе Божьем Силуане, да исчезнет, яко тает воз от лица огня, так и да погибнут бесы от лица Триединой Руси и Церкви Христовой, Русской Православной Церкви Царской Империи, всякое повреждение, болезнь, окаменение, неверие, сомнение, печаль, уныние, ропот и споры, вражда, и всякий дух немирный велием, великим знанием житворящего Христа, да исчезнет. Молитву сию возношу единому непобедимому Богу, промышляющему о спасении всем человекам, а наипаче православной и по молитве сей всякое лукавство, чародейство и колдовство на всяких языках на паству Христову, произнесенное великим именем дивной, славной, доброй, всепречистой владычицы нашей Богородицы, да разрешится. По молитве сей дай спасение всем здесь живущим и нами, поминаемым всякое действие сатанина в обольщении Антихристова через блуды винопития на сие чадо Божие Силуана.
болели. Вкусная, хорошая. Родников, конечно, огромное количество. Нашу ересями и расколами, так что чада забыли отца своего небесного, но еще и хуже того, избрали себе другого Бога Антихриста и преклонились духу миролюбия Его, предав Бога и Отца во святей Троице славе Его, сочетались и всем проклятием сына беззакония, участь его разделяют, но не видят, не понимают и слышать и не желают о погибели своей, да проявится силу и молитвы сия, возносимой малым стадом церкви твоею пред лицем Антихриста, праведно исповедующий тебя, владыка святый, да прославится во всеувидение потаенная сила вражия, кое имеется на заблудших рабех твоих, сих сыну погибели служащих, в ослеплении мнящих себе верным быть, открывая лукавую антихристову суть их, имена сии суть таковы, и все, не поминающие Господи, их же имена ты все веси. Михаил, он же Эдуард, он же Михаил, Сергий, также Даниил, Евстратий, все непоминающие Олег, Сергий, Георгий, Георгий, Корнилий, всех имена ты, Боже, все веси, и всех в антихристовой системе находящихся, все администрации, депутаты и слуги Вааловы, Господи, их же имена ты, все веси, молим тебя, владыка святый, да откроется лукавство и лицемерие сердец их, дабы не утаилось во тьме никакое беззаконие их против церкви твоей творимое, а всякое нечестивое действие вражие через лукавых человек наны направляемое, да возвратится силой твоей на главу их, многие бо ныне мняши себе пастырем овец Христовых быти, сами же суть волки хищные есть, всякие ереси хульные вместилище и расколов учинителя, имена сих человек, губящих чад твой, Господи, суть таковы. Это Виксельман, он же Гундяев, и все архиереи еретической церкви Московской митрополии, Господи, и все их поддерживающие, Господи, и же с ними упорство и суть, аще, владыка Господи, три святые есть в людях, и сих кое тайное повреждение от бесов пагубных ересей и расколов, так же и аще воистину имут повреждение во святом крещении, то по молитве сей всякое злодеяние и прельщение в людях сих да обнажится и да умучит их пред ближними. Яви, Господи, великую силу Твою и попали благодатью Духа Твоего все святаго нечестивые сердца бесноватых лжеучителей, да будут открыто мучимы от света благодати Твоей я. Чрево Твоего, яко спасла, родила и душ наших.
помолимся. Господи Боже наш, от пречистые и пребогатые длани Твоя, предлежащая пред очима Твоим семенем подаяния, принесохам, Владыка, и всему Тебе вручиться молимся, небо смеяхом в возду бездушных, в земле недрах заключите сия, аще не воззрим на повеление Твоего Величества, повелевающее родите и прозябайте земле сей, и дайте семена сеющему и хлеб снесть. И ныне молимся Тебе, Боже наш, услышанный и молящийся Тебе, и отверзи нам сокровище Твое великое, и благое, и небесное, и излей благословение Твое, но нель же удавлимся по неложным Твоим обещаниям, отжени от нас вся снедающая плод наш земный, и всякое наказание праведно наводимое наны, грех ради наших, и богатые Твоя щедроты не спасли, на вся люди Твоя, благодатью человеколюбием единородного Твоего Сына, с Ним же благословенный си, и со пресвятыми благими же творящим Твоим Духом, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, на этим Духа Твоего Пресвятаго сам благослови. Сеяние сие, и поле сие, и огороды сия, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, хлебушек себе своим трудом, мамочка наша пресвятая, госпоже Богородице, владычице наша, моли Бога, Сына Твоего, о нас грешных. Аминь. Готовили там такое вкусное? Суп. Александр, что вы готовили? Это будет ужин от Владыки. Суп? Да. Красоту такую. Это у нас получается суп. Как называется название супа? Сейчас будем есть и придумывать. Где-то позже насытится и восхвалят Господа, взыскающего злого в сердца их век века. Христос воскресе, мои дорогие братья и сестры! Благословение Господне на все богоугодные добрые ваши дела! Чудным образом и с Божьей помощью, по Божьей милости, мы опять находимся на просторах великой нашей матушки Руси. Сердце болит за нее, мои дорогие. Сердечко прямо так болит. Деревни практически все разрушены. Все делает лукавый, чтобы все и все собрались в Каинском создании. Это в городах, конечно же. Но есть и радость, есть и милость, которую Господь являет. Это святыни наши, которые, да, сегодня они попираются, и они захвачены антихристами, слугами, вексельманами всякими и их архиереями.
Но в любом случае эти святыни закладывались святыми нашими отцами. И вот сейчас на фоне чудесного Чухломского озера мы видим монастырь. Там два монастыря, которые были заложены святым монахом Авраамием. Это прямой ученик Сергия Радонежского. Когда его благословили искать место, он, видно, пришел сюда и молился там на холме. И вот именно в этом месте и было, ему явилась икона Божьей Матери, которую мы знаем под названием Чухломская. Вот так вот, мои дорогие, порадуемся все вместе силе Господа нашего Иисуса Христа. Слава тебе, Господи, за все. В Иерусалиме избивы пророки, каменем побивая, посланные к тебе, коль краты восхотех собрать и чада твоя, якоже собирают кокош птенцы своя под крыле, и не восхотесте, все оставляется вам дом ваш пуст, глаголю вам, яко не имати мене видите от селе, тонде же речете, речете, благословен гряды во имя Господне. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси, Господи, и помилуй отца нашего духовного, пророка Божия, люд, царя, патриарха Зосимы, благоверного всея Руси самодержца, и всех христолюбивое воинство его, и всех верноподданных его, всех томящихся в темнице с ним, пророка Божия Еноха, владыку Симеона Схи, игуменю всея Руси Софронию, и Улию, Наталью, Илью, и всех архиереев царской империи служащих, всечестных игуменей Триединой Руси, всех братьев и сестер России несущих, и принявших присягу на верность помазаннику твоему, и всех заблудших сродников наших, вакцинируй нам, дай истинное покаяние, Господи, а кто не вакцинировался, Господи, дай всем уйти и уведи от сетей злохитрого, богомерзкого, ненавистного, поганого антихриста, и укрепи нас всех словами божественного Евангелия, чтобы имя спасение рабов твоих. Попали, Господи, тернии всяких согрешений, и да вселится в них благодать твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. А ты что, снимаешь, что ли? Любящим закон твой, и не есть им соблазна. Чай спасения твоего, Господи, и заповеди твоя возлюби. Сохрани душу. Беззаконие и грехи рабу твоему, грешному и непризнательному, знаю, Господи, что превосхожу грехами всех человеков, но имею прибежищем все превосходящую бездну щедрот твоих. Уверен же, что приемлешь и милуешь ты всех приходящих в благости твоей, и как предвидец владыка, провидишь сердце приходящего, и как купца, пребывающего с великим богатством, приемлешь того, кто приходит от всей души, ибо желаешь видеть покаяние, и радуешься прилежанию подвязающихся рабов твоих, мне, недостойному рабу твоему, даруй слезы, чтобы с просвещенным умом, с любовью и верою умолять мне несравненную благость твою и исцелиться от сокровенных язв своих. И так покажи
и явится на мне бедном благоутробие Твое, избавь меня от заслуженных мною мучений, да будет проповедана благодать Твоя, как всегда, и повсюду на бесчисленном множестве нерадивых, так и на мне, и как наполнил Ты водоносы благословением Твоим, так наполни сердце мое благодатью Твоею и благостынею Твоею, сердобольная Матерь, отвергаемая детищем своим, не презирает его, Господи, потому что препобеждает матернее сердоболие, подобное сему, видим часто на птицах, а также на скотах, всех их создал еси Ты, Господи, но они не придут на суд, а я подвергнусь наказанию даже за праздное слово, за лукавое помышление и за самое вожделение, между тем, как скоро представляется мне удовольствие, тот час, и вдруг все забываю я, и как безумный раболепствую во всем греху, тщеславный, гневливый, расслабленный, ленивый, рассеянный, чревоугодник, сластолюбец, покрытый нечистотами, ежечасно блуждаю и не разумею того, явление благодати Твоей, человеколюбивый владыка, доставляет услаждение, безмолвие, умиление, хочешь или не хочешь, спаси мя, человеколюбивый, преблагий Господи, по великой благодати Твоей. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Молитвами, Господи, всех святых и Богородицы, Твой мир дай нам и помилуй нас, яко един щедр. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пред лицем всем, всех людей свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля. Пресвятое. Святый Боже, святый крепкий, святый безосмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый безосмертный, помилуй. Чистый, гожетворящих Твоих таинств, но в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Христос воскресе, братья и сестры. Помним, что доброе начало положить всегда, Господь говорил, положим доброе начало. И вот наш крестный ход всегда начинался, продолжается и будет продолжаться во славу Божию. И птичек покормить, чтобы они молились за всех чад Царской империи, а сугубо за Отца нашего Духовного, Пророка Божьего и Царя Патриарха Зосима, за всех архиереев и за всех братьев и сестер, особенно болящих, младенчиков и деток. Кто может? И за сродников наших почивших? Конечно же, голуби, мои дорогие. Конечно же, птички. Вот это постоянные наши молитвенники пред Господом. Аминь. Где роднее для нас?
Свято несть, благоверные люди, светло празднуем осеняями Твоим Богоматери пришествием и к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем. Покры нас чистым Твоим покровом, избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши, и ныне присни во веки веков, аминь. Что Тя наречемо благодатное небо, якобы сияло и солнце правды, рай, яко прозябла, если свет не тлени, Деву, яко прибыла, если нетленна, чистую Матерь, яко имела, если на святых твоих объятий, Сына всех Бога тому моли, спастися душам наши. Стопы мои направи по слависи твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохрани заповеди твоя, лице твое просвети, нарабатывай его, научи меня оправданием твоим. Владыченька, Христос воскресе! Там ролик, там, где ты в Дивеево записывал, что икону заставляли снять, 100 000 набрал. Ох, сердечко мое болит за Русь-матушку. Ты бы видел, какие пишут комментарии. Что же это такое творится на Руси-матушке? Что же это творится? Они эту власть иудействующую поддерживают за мир и безопасность. Совсем люди перестали верить в Бога Живаго. Да, мое солнышко, именно так. Поэтому и успокаивает, знаешь, одно, то, что мы уже знаем свое, ну, Божие. Он же сказал нам добре-предобре, Господь наш, Отец Небесный, и ненавидимы будете за имя Мое, и гнать вас будут, и убивать вас будут, и будут думать, что они тем самым служат Богу. Все. Вот все про нас сказано в этих словах. Слава Богу за все. Да хранит нас Господь, а их и Господь пусть помилует. По своему человеколюбию и милосердию откроет им глаза их слепые, о которых и Исаия сказал, что они видеть будут и не увидят, и слухом будут слышать и не услышать, и не услышать. Сознание перевернуто, и тут ничего не поделать. Гипноз, гипноз и еще раз колдовство. Это все два синонима, гипноз и колдовство с Богом. Всех архиереев царской империи служащих и всего русского народа благословенного Ефрема, дабы свет последнего божественного евангельского учения разлился по всей земле русской и по всему миру, дабы на нее снизошли все блага земные и небесные. Аминь. Слава тебе, Господи наш, слава тебе. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, не знаю, чего просить у меня, Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я имею любить тебя, Отче.
дашь работу ему, чего сам просить я не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред тобою, сердце мое тебе отверсто. Ты зришь нужды, которые я не знаю, зри, сотвори по милости твоей, порази, исцели, низложи, подними меня. Благоговею безмолвствую пред твоей святою волею и непостижимыми для меня твоими судьбами приношу себя в жертву тебе. Нет у меня другого желания, кроме желания исполнять волю твою. Научи меня молиться, сам во мне моли. Христос воскресе, мои дорогие братья и сестры. Не просто так я сегодня здесь остановился. Мы продолжаем крестный ход по Руси Матушке. И сердце давно печалуется и болит, мои дорогие, за каждую душу загубленную иудействующими. Вы обратите внимание, вот так сегодня на каждом кладбище. Вы посмотрите, ведь это наши братья, понимаете? Это наши отцы, это наши матери плачущие за сыновей своих, с бабушки за внука, сестры за братьев наших. Вот так вот иудействующие хоронят всю Россию, мои дорогие. Не это ли вам свидетельство о делах их? Доколе мы будем терпеть это? Доколе вы будете попадаться в сети лукавого? Собратья, очнитесь! Да ведь нас просто уничтожают. Иудействующие в Киеве, иудействующие в Москве, иудействующие в Вашингтоне, иудействующие в Тель-Авиве, иудействующие в Лондоне. Они нас ненавидят, а мы им кость в горле. И самое простое – это нас убрать. Так неужели же мы, дорогие славяне, православные, дадим себя вот так просто, как они пишут? Впиши имя свое в историю. А тебе это надо, брат мой, матерь, сестра? Ведь нам нужно славить Господа и проповедовать последнее Евангелие сегодня. Да укрепит вас всех Господь, с Богом. Очнитесь, мои дорогие, с Богом. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помяни всех для ныне преснопоминаемых, всех за православную, всех православных христиан, за веру нашу, Господа, Царя Отечества пострадавших, всех тех, о ком некому помолиться, за всех тех, о ком просили меня помолиться, что умер без покаяния, всех абортированных и ритуально убитых младенчиков, родов жен наших и всех православных матерей. Господи, всех, кого тебе угодно будет, Господи, все по воле твоей, Отец наш небесный, и прости им все согрешения, вольное и невольное, и даруем Царствие Небесное. Аминь. Не моя превзадоша главу мою, яко бремя тяжко отяготешено мне, восмертешися книжа раны моя от лица безумия моего, мне же прилепляться Бога и благо есть, полагать в Господе упование спасение моего, верую Господи исповедую, яко ты есть и воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть аз, Создатель мой, младенец бежит к матери, мы все от тебя удаляемся, владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси меня грешного, ты выше всех святых ангелов удостоилась сесть близ Святые Троицы. Господи, помилуй, Господи, не оставь меня, Господи, дай мне мысль благу, Господи, очисти, освяти, вознеси нас силою Твоею, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едина сила, помилуй меня грешного, и имя же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, Господи, отыми от меня весь помысл лукавый, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, спаси, погибаем. Сестры, как добре по Руси Матушке ехать, и по таким дорогам и весям, по глубине едем, чудно, и просим, молим Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую нашу Владычицу Богородицу, чтобы она освящала всю землю нашу русскую, пострадавшую от гипноза, от колдовства всех этих нечестивцев иудействующих, которые захватили и изнутри, и снаружи, и везде, кругом, сплошь рядом, и уничтожают Русь нашу матушку.
красавицу нашу. Как Господь чудно попустил. Какая у нас природа дивная. Какие чудеса. Озера, реки, болота, леса, поля. И это все наше. Наша благословенного Ефрема. Так Господь дал нам волю. Это была воля Его. Так давайте же мы постоим за это все, мои дорогие. Постоим и за те блага, которые дал нам Господь. А первое, за имя Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Его не попирали, а только славили, пусть даже нашими грешными устами. Слава имени Твоему, Боже, слава Тебе. Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему слава. Так и хочется все время славить Тебя, Господи. Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе прилично Отца вся земля величает, Тебе все ангелы, Тебе все небеса и силы, херувимы, серафимы, непрестанными глазами взывают. Свят, свят, свят Господь Бог Саов, полны суть небеса и земли, и земля величества славы Твоя. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство по всей вселенной, исповедует святая